13 внезапно пропавших. Сегодня на брифинге ВВД подвели итоги 9 месяцев работы по раскрытию краж и угонов транспорта в набережных Челнах. За это время зарегистрировано больше 10 краж автомобилей, из них половина раскрыта. В списке украденных как отечественные легковушки, так и иномарки. Среди последних особый интерес у автопреступников вызывает Hyundai AX35. Некоторые машины злоумышленники вывезли за пределы города. Три автомашины были обнаружены в городе Набережные Челны. Это две «Лады Гранты» и «Киа Рио». И два «АХ-35». То есть один «АХ-35» был обнаружен в городе Стерлитамак, Республики Башкортостан. А вторая автомашина была обнаружена в поселке городского типа Кушнаренково, тоже Республики Башкортостан. Еще одна злободневная тема – угон автомобилей. За 9 месяцев зафиксировано почти 70 таких случаев, более половины которых успешно раскрыты. Другой больной вопрос – кражи из автомобилей. Всего заявлено почти о 300 случаях пропажи. Ну, объектом хищения, как всегда, являются, во-первых, это видеорегистраторы, антирадары, магнитолы, личные вещи граждан, то есть сумки, кошельки, деньги. Ничего не изменилось.